Сегодня будем выживать на классной карте, где внизу находится очень горячая лава. При падении в нее вы мгновенно будете сгорать. У нас будет выбор: или прыгнуть в лаву, или попасть в лапы злого Соника Яйкс. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Госдума, Сергей Тайм, Заварной Кофе, Флайнг, Семечки, Кисми, Угабуга, ОЛТВ, пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Всем привет. 3, 2, 1, раунд начался. Кого бы мне первым замочить? А думаю, Дима будет. Вот. Давай. Ах ты. Думаешь, сейчас не достану? Ты меня не достанешь. Он упал. Сонику можно подать низ, но вряд ли, что он двойным Соником станет, опять вниз улетел. ОЛТВ, ты что, разучился играть за Соника? Да, меня отвлекают. Давай, щенок, ты нам ничего не сделаешь. Боже. Не зачем так. Я буду здесь стоять. О, семечки! Ага. А! Да блин, ё-моё, да я засорялся за семечки. Ладно, ладно, ты мне бошку оторвал красиво. Ого, еще и наступил на меня, это нечестно. Ладно, первый раунд у нас, как всегда, тренировочный. Следующие раунды будет намного сложнее играть за Соника. Уважаю его. Блин, а подожди, если прыжок нажму? Ой, зря. Ой-ой, чё зря, смотри, я головой ударился, как Марио, кирпичи разбил. Сейчас, смотри, сейчас убьёт одного. Так, давай сделаем такую тактику, будем их окружать. Да ты так окружишь. Хочу еще сказать, что при каждом падении у игрока отнимается по 10 хп, поэтому бесконечно падать не получится. Я бегу за флейнгом. А, я еще надеюсь, что кто-то все-таки упадет в лаву, и мы поржем. Опа! Ой. Молодец, семечки, красавчик. Эй, ага, Госдума, ну давай иди сюда. Ах ты, блин, а слава уж никого управлять. Пацаны, а кто остался в живых? Вот медведь. О, значит, я ты еще... у нас победитель первого раунда. Нет, я еще. А, вдвоем. Ой-ой-ой, красиво ты его клякснул. Еще вниз полетел. Опа! Стоять! Блин, извини, с обстоятельства я Сонику голову оторвал. Мгновенно, когда он только превращался в него. Я выиграл, я, получается, выиграл. Раунд номер 2. Уга-буга победил в первом раунде, поэтому он и начинает. Пацаны, выиграет сильнейший. Погнали. Я не хочу сейчас слиться первым. Да сольешься. Не, я в этой серии должен хоть один раз в каком-то раунде затащить. Я всегда проигрываю, это очень странно. Мне уже надоело. Пацаны, дайте хоть раз в жизни выиграть. Хотя скоро у нас ролики не постановочные и выиграют лучшие, поэтому я никогда не выиграю. Потому что я не лучший. Это очень странно звучало. Откуда ты взялся? А что за бред? Да не, я вспомнил, мне надо сюда. Ой. Он прям во мне появился. У меня прям вот анимация была такая красная на экране. Так Дима, ты специально меня выследил? Ребята, они это делают специально, чтобы я никогда не выигрывал, поэтому я никогда и не выиграю. А все сходится. Я буду мстить сам за себя. Ну беги, мсти. Беги. Ой, осторожно. Опа, кто-то упал в лаву? Привет, как у тебя дела? Иди, после ролика голову свою заберешь, она мне не нужна, в принципе. Так, все зашкерились наверху. Карта очень маленькая, поэтому получается очень интересный ролик. Нема куда спрятаться. Не, разве что в лаву упасть. Кстати, в лаву еще никто не падал? Нет. В смысле? Если я останусь последней, проще упасть в лаву, чем Сонику в лапы попасться. Вижу. Давайте попробуем делать по красоте. Ты был в душку вкусил. О! Странно. А тут что, нельзя упасть? А можно. А как это так получилось? Вижу. Симсон. Иди сюда. Гомерчик. Почти убил. Блин, тут эти туловища валяются. За них неудобно бегать. О, привет. Ах ты, только мне голову не оторви. Так, ребята, давайте сейчас сделаем ход конем. Я сейчас просто кому-то на бошку свалюсь. Так, выслеживаем. Все, семечко выиграл. Извини, братко. Раунд номер 3. Семочка, начинай. Семочка. Не говори так. Не говори семочка. Ну это же странно звучит. Давайте не поддаваться ему. Давайте в этот раз вообще сделаем так, чтобы он никого не смог замочить. Боже. Ну что ты делаешь, кошак? Он сейчас тебя съест. Молодец, беги. Пацаны, давайте делаем так. Он только поднимается наверх, мы в это время спрыгиваем вниз. Ой. Блин, он же может на голову кому-то упасть. Ой.
Никак купить вас не буду. Хорошо, хорошо. Ну, иди сюда. Мы профессионалы просто. Не-не-не-не-не, чувак, да. Это так не работает. Отойди флайнг, отойди флайнг. У меня как все переживают, хотят затащить. Вот. Смотри, вот так вот. О, первый уже, есть, блин, пацаны, мы же должны были держаться до посинения. Это, блин. Так, бошка оторвалась, а теперь два синика. Подставушники, подставушники. ОЛТВ, давай я буду с тобой выживать, а где ты? Ой, там опасно уже не было. Давай ко мне ОЛТВ. Короче, самая классная тактика, это здесь находиться наверху. Блин, я чуть не упал, сзади. Ой-ой-ой. И чпоньк, и опять наверх, со всей силы бежим. Вот хорошая тактика, теперь я буду находиться вот здесь вот, все. На углу самое выгодное. ОЛТВ, ты такую же тактику принял, да, как и я? Все. Я тебе. Выиграет сильнейший. Конечно, Соник упал в лаву. Красавчик, моя школа. ОЛТВ, ты где? ОЛТВ, а ты об меня ударился? Я видел, что у меня в плечо. Спасибо, блин. Давай, давай, иди, Сонечек, иди. Я сейчас опа-па, смотрите, как красиво. Опачки. Нет! Да блин, ты в воздухе меня схватил. Я отомстил. Слышишь, Дима? Это был ты? Все, буду мстить сам за себя. Изначально сам подумал об этом. Хе-хе-хе, как пацаны все орут. А все? Кто? Опять? А, не, еще кто-то есть живой? Я. Кошмарный. Кошмарный, ты что, опять? А, нет, ты в первый раз будешь победить. Я в лаву упал. Но я выжил все равно. Ну все, кошмарный, молодец. Раунд номер 4, кошмарный начинает. Все, в этом раунде я точно выиграю. Вот смотрите, у меня есть чуечка. Вот давайте, не поддавайтесь. Вот, не, Яна, давайте не будем поддаваться в этот раз. Ну, Дима, как обычно, будет, а мы нет. Никогда в жизни я вообще не поддаюсь. Ну да, в принципе, я поддаюсь, когда говорю, что я поддался. На самом деле, я во всех роликах очень стараюсь выигрывать. Я сейчас просто всю жизнь перед глазами пролетела. Он передо мной появился. Их двое, что? Уже вдвоем? Ну, ё-моё, пацаны, вы хорошо играете. Бегите! Дима, ты чё не побежал? Не-не-не, я манал. Я буду здесь бегать. Он упал! Ну ты классно, что по бортикам тяжело за Соника бегать. Ну блин, он не кидбокс большой слишком, честно. А интересно, когда он тут будет внизу? А ты нормально сейчас это делаешь? Я... В лаву улетел, блин! Смотрите, как жизнь тратится просто. Мои ноги сгорели все. Так он сделал такую фишку, он прям во мне появился. Все, пацаны, давайте втроем побежали, мочить их. Минус кофе. Ой-ой-ой, блин, а как быстро все происходит, когда много Соников. Мне кажется, есть тут какая-то тактика, которую мы еще не придумали для того, чтобы выживать красиво. Я выжу один. Да, все, флэнга ищем, он сверху бегает. Так, пацаны, давайте, скидывайте его, а я буду тут его... Все? В лаву упал. Раунд номер 5, я буду играть за Соника. Я хочу показать, как надо вообще играть... Подожди, ах тут? Подожди, я кого-то только что видел под картой. Получается, игрок уже бегает, а до сих пор его скин там висит? Это очень прикольно. Все, пацаны, я выдвинулся на охоту. У вас есть 3 секунды на выживание. Так, смотрите, как я сейчас гомерчика этого лупану. Тут это да. Ой-ой-ой-ой. Боишься? Да я снизу бегаю, ты вообще не скажешь. Ах, так как я тебя не схватил? Блин, а было бы классно, если бы я в воздухе это сделал. И никто в лаву не упал даже? Я хочу, чтобы кто-то в лаву из вас... Привет. Иди сапоги свои стирай, кот в сапогах. Поехали дальше. Вот. О, смотрите, что я могу делать. Давай, кто сейчас за Соника? Два невидимыми местами. Давай. Все, два невидимки Соника. Кстати, даже шагов наших не слышно толком. Ой, бежим, пацаны. Нет, подожди, он сейчас появится, вообще появится. Блин. Он сзади меня. А, нельзя с невидимости же мочить за него. Хорошо. Да, там анимация же еще идет. Привет. Где? Нет. Да что ж так тяжело по бортикам бегать? Так, уже три Соника. Пацаны, вот давайте, с этой стороны вы стой поднимайтесь. А ты с этой. Гомер, ну я так хочу тебя погладить по голове. Нет, спасибо, не надо. Ой, смотри, 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 как я это делаю. Ой, вот кто молодец. Ах ты, блин! А, жопа горит! Вот это было прикольно, прям в воздухе задушил. Да блин, я испугался. Фредди, привет! Ну стой, я тебе не буду ничего делать, я тебе обещаю, даю слово Соника. Ты такой наивный? А я тут пришел! Так получается, я его, он меня. Вот такие вот дела, это очень странно. Он остался, ловить его. Нет, отстаньте. ОЛТВ, ты последний остался? Да. Хорош, я вообще не ожидал, что ты в этой жизни можешь выиграть еще когда-то. Есть! Ага. Смотрите, смотрите, я это буду.
Привет! Как дела? Я так и хотел сделать. Да я понял, ты поддался. Раунд номер 6. ОЛТВ, покажи вещи. Один из лучших Соников во всей планете. Это ОЛТВ. Давай ОЛТВ. Давайте сделаем так, чтобы он никого выиграть не мог. Ой, сам нет, а сейчас убью кого-нибудь. Привет всем. Смотри, что я сейчас сделаю. Красиво. Нет! Ты в лаву упал, да? Да не. Не? Серстайм. ОЛТВ, давай вместе будем. Где он? Я в лаву опять упал. Лучший Соник! Я сглазил тебя специально. Вместе будем. Когда хочешь. Договор хоть? Убивай меня, давай вместе. Ой, молодец. Да ты просто, у тебя не было другого выхода, как проиграть ему. Мне нравится, все, давайте не будем вместе. Поддаваться, давайте. Мочи меня. Молодец. Хорошо играешь. Он сик. Так это тактика. Так, 2,5 Соника уже бегает. А где еще половина? Я шучу. Потому что у меня головы нет. Так, приближается. Смотри, что мы делаем. Вот это невидимость. Он сейчас прыгнет. Ага. Вы увидите? Фланг, встань. Блин, я же забыл, что он может появляться в нас. Надо постоянно двигаться. Убегай. Оба-на, поймал. Нашли? Ого, вы что так быстро сливаетесь? Думал, мы натренируемся и будем хорошо выживать. А тебе я с тобой выдвинулся. Да блин, он в меня Ну нет! Да вы что делаете? Втроем мне один голову отрывает, другие ноги. Давай, красава. Бам. Че, всех замочили или нет? Все мочили. Вот теперь все. Спасибо. Я сбился со счета, какой-то уже раунд, но 7 очка начинает. Погнал. А до скольки мы играем? Ага, вот так вот. И в лаву улетел. Хотел зачидерить. Пацаны, я в лаве сгорел. Ой, бежит Соник и упал. Сложно. Ладно. Хорошо, что у Соника лапы крепкие. Казады. Сейчас я за гус думаю. Ну блин, есть! У кого-то нет, у кого-то есть. Красиво ты в лаву улетел. По феншую, ногами на север. Все красиво. А вверху никого нету, в лаве ищите. В смысле в лаву? Прыгать в лаву? Да. Своих убивать. Вижу! Стоять, кому я говорю. Стоять! Эх ты! Ну если, а чё? Ах ты, блин. О, стоять! Слышь ты, Кателек! Есть! Ах ты! Я себя в том раунде и в этом раунде замочил. Ну вот ты, конечно. Вижу. А, блин, опять анимация душения, смотрите. Ой. В воздухе просто висит там. А кто же еще? Красиво и в лаву скинул. Ой, не ты. Что я нажал? Ах ты, блин. Я живой. ОЛТВ сейчас. Давайте все за ОЛТВ. Да отстаньте от меня, изверги. Оторвали? Есть. У них хитбокс большой, фу. Вы вдвоем ему рвете голову, это прикольно, кстати. Да это вообще. И друг другу, молодцы. Да усмаку. Блин, вы психи. Ребят, сейчас будем подсчитывать, у кого сколько баллов в этом ролике. Кто больше всех выиграл? У Семечки 2, у меня 2 и ОЛТВ. У меня 2. Вы тогда втроем выживаете, а мы все берем Соников и пытаемся его убить. Кто останется в живых, тот и будет победителем этого ролика. Ой. Пацаны, давайте даем вам 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Решающий раунд начался. А что там Соник вверху стоял? Так, давайте, пацаны. О, давайте для прикола невидимость себе подрубим. Давайте, невидимками. А у меня уже в КД. Я уже под КД. КДХ. Привет, как у тебя дела? Давай, окружай его, есть! Да блин! Мой брат тебе голову оторвал, это хорошо. ОЛТВ, ты не должен выиграть. А нет, иди нафиг. Ты должен слиться. А что вы меня убиваете? Все, ОЛТВ, ты выиграл. А, да, тупой Соник. Ах ты, блин, вот так, да, ты со мной? Пацаны, он меня дразнил, мстите ему. А вы сможете поймать меня? Конечно. Да. Я тебе лично это сделаю. На тебе, щенок. В этом ролике победил ОЛТВ. Ты оказался лучшим игроком из худших. Молодец. Если понравилась эта серия, выходите еще. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.